Всем привет, друзья! С вами Громбал, канал Only Top Games, и у меня радостная новость. 8 марта рано-рано утром мы получили подарок. Причем не только девушки, а получили все поклонники и фанаты игры Subnautica. Мы получили первое большое обновление контента, официальный патч, который будет называться Sea Truck. Почему Ситрак? Как вы понимаете, нам добавят ту самую долгожданную подводную субмарину, которая должна стать заменой, вот она как раз, кстати, заменой нашему циклопу. И появилось еще много дополнительного контента, который владельцы стабильных версий не могли никак увидеть и ощутить. Если вы не знаете, как сделать, чтобы ваша игра обновлялась ежедневно до экспериментальных версий, и вы получали эти все обновления заранее, до вот таких вот больших патчей, я расскажу, как это сделать в конце видео. Итак, друзья, сейчас мы досмотрим трейлер, и я детально расскажу, что же, собственно, добавилось в этом контенте, в этом апдейте, который вот называется Sea Truck. Итак, где же, собственно, о нем можно почитать? Во-первых, можно перейти на официальную страничку Steam. Вот так она выглядит, вот этот весь контент здесь описан, но здесь картинки более мелкие. Можно перейти по ссылочке на официальную страничку обновления. И мы видим тот же самое обновление контента Sea Truck, но уже в большем масштабе. Так, смотрим. Здесь идет сразу же трейлер, и вот основные пункты, которые касаются вот этого обновления. Как вы понимаете, конечно же, долгожданный Sea Truck мореход добавлен. Но помимо этого, мы получаем новых существ Sea Monkey и Squid Shark. Повторяюсь, в стабильной версии. То, что мы видели в экспериментальной, это мы, так сказать, видели авансом. А вот в стабильной версии, наконец, уже доступно это всем. И Sea Monkey, и Squid Shark, и, кстати, не только это, но еще и гнезда Sea Monkey. Ну и, конечно же, доработанная уже полностью локация, глубокие извилистые мосты и термальные шпили, кстати, друзья. И тот самый остров с грузовой ракетой, в который тоже добавились текстуры, и его полностью уже, я так понимаю, к моменту релиза закончили. Смотрим дальше, друзья. Наш долгожданный Sea Truck. Вот так он будет выглядеть, по крайней мере, пока. Как вы знаете, модулей Sea Truck будет гораздо больше. Но пока что нам дают вот три модуля, которые нам будут доступны после этого обновления. И состоять Sea Truck, как вы понимаете, будет из кабины. Вот так она будет выглядеть. Если навестись на эту картинку, мы получим интерьер внутри. Вот так вот будет выглядеть обновленная кабина Sea Truck. И три модуля. Пока, повторюсь, три. Дальше будет больше. Это, во-первых, модуль хранилища, где мы сможем хранить все свое оборудование, все свои добычи и пожитки. Это изготовитель. Модуль изготовителя, почему-то не открывается картинка, странно, вот так вот открылась. Это модуль изготовителя, где мы сможем крафтить все необходимое оборудование и снаряжение. И, друзья, очень третий интересный модуль, который был под вопросом, насколько я помню, когда делал обзоры новостей. Он, как бы, разработчики не знали, будут его внедрять или нет, но, как вы видите, он внедрен в первую очередь. Это модуль, друзья, откройся внутри, пожалуйста, это модуль аквариума. Да что ж ты будешь делать, не могу открыть внутри, вот так вот. Это модуль аквариума, который избавит вас от той рутинной работы, которой вы занимались ежедневно, скажем так, и ежечасно, и ежеминутно в Below Zero, если играли, конечно, не в креативе. Это он будет вместо вас, получается, ловить рыбок, пескунов и, надеюсь, пузырей, потому что с водой пока в Subnautica Below Zero большие проблемы. Вот это он должен сделать автоматически. Что ж, интересно будет построить. И кроме того, вы посмотрите, какой с него будет открываться вид. Полностью прозрачный с двух сторон отсек, из которого можно будет любоваться всеми пейзажами. Так, смотрим дальше, что же еще кроме Sea Truck. Это трейлер, тоже обновление по Sea Truck. Что же кроме Sea Truck еще добавилось в игре? Конечно же, глубокие извилистые мосты, друзья. То, ради чего я начинал новую сохраненочку, новую игру, потому что на старых сохраненках этот контент даже у меня в экспериментальной версии не появлялся. Теперь он должен появиться у всех, даже на стабильных версиях. То есть этот контент, термальные шпили, в которых бродят вот рок-панчеры и костяные акулы, тоже уже должен присутствовать в полном своем, так сказать, в полной красоте и в полном обновлении. Так, смотрим дальше.
Здесь показана наша Squid Shark, с которой мы уже в прохождении сталкивались. Кто не знает, на канале есть подробное прохождение Subnautica Below Zero и будет продолжаться дальше, включая всякие там новые неизвестные места, исследования и эксперименты. Так что переходите, подписывайтесь, смотрите, оценяйте. Мы дело с этой кальмара-акулой уже имели, я вам ее показывал в предыдущих видео и даже показывал ее новую атаку, которой она будет атаковать игрока. И, друзья, вот эти веселые, но очень, блин, проказные из существа, которые начали уже воровать, внимание, друзья, в последнем видео я показал, уже даже воруют ваш глайдер, прямо с рук вырывают. Так что будьте внимательны и осмотрительны. И, конечно же, обратите внимание, в пещере возле первого схрона появились гнезда. Появились гнезда Симанки, которые, друзья, обязательно нужно сканировать. Сканируя гнездо, каждые два гнезда вы получаете новую технологию. Например, я получил баллон сверхвысокой емкости. Поэтому ищите гнезда Симанки и обязательно их сканируйте. Ну и вот последнее, так скажем, большое обновление этого патча. Это вот этот полностью не переработанный, а добавленный контента и улучшенный остров с грузовой ракетой. Во-первых, там добавили причал. Вот здесь лежит КПК, не забудьте его взять. Он объясняет, откуда, собственно, появились детали морехода. Такую дает предысторию. И наверху, вот там и в течение того, как вы будете подниматься, сделаны все лесенки. И, кроме того, сделаны термальные источники, вот они показаны, в которых, друзья, можно найти, вот здесь видно, в которых можно найти кристаллическую серу. Ту самую кристаллическую серу, ради которой вы подвергали себя опасности и пытались извлечь, привлекая на себя внимание камикадзе, тех самых маленьких рыбок, если вы помните, которые взрывались. Вот теперь эту кристаллическую серу можно найти вот в таких термальных источниках и даже, друзья, на стенках пещер этого острова. Так что смотрите в оба. Остров полностью переработан, он уже готов. Насколько я понимаю, до релиза уже ничего там трогаться не будет. То есть наслаждайтесь, приходите оценять. Вот это основные изменения первого большого апдейта Subnautica Below Zero. И как я обещал, я покажу, как же включить экспериментальные сборочки и сделать, чтобы ваша игра ежедневно обновлялась и вы не ждали больших этих патчей на стабильных версиях и каждый день могли получать что-то новое, потому что она обновляется практически ежедневно. Так, друзья, для этого запускайте Steam, переходите в библиотеку, слева есть меню ваших игр, вот у меня наша любимая игра в избранном, конечно же, клацайте по ней правой кнопочкой мыши, выбирайте самый нижний пункт свойств. В этом нижнем пункте выбираете 4, здесь есть всего вкладочки, обновление, локальные файлы, но нам нужен четвертый, последний, бета-версия. Вот бета-версия. И вот, внимание, друзья, у вас будет изначально вот так, отказаться. Когда стоит отказаться, значит, обновление контента у вас не производится. Он будет производиться только после больших официальных апдейтов, который вот был 8 марта. Вам нужно нажать и выбрать экспериментал. Вот Automatic Daily Update, автоматические ежедневные апдейты. Выбирайте экспериментал, и у вас ежедневно идет обновление контента в соответствии с той работой, которую ведут разработчики. А она ведется ежедневно, повторюсь. И новые кусочки контента будут у вас появляться ежедневно, регулярно. Например, вот это все, что мы сегодня рассмотрели в обновлении, мы уже практически видели в прохождении. Я только не успел собрать еще мореход. Но фрагменты и кусочки его уже были появились еще до официального апдейта. Поэтому, если хотите получать это все дело заранее, не забудьте включить экспериментал. После этого произойдет загрузочка, обновление, вам придется немножко подождать. И после этого у вас будет регулярное обновление контента. Что ж, друзья, на этом обзор первого патча мы закончили. Напоминаю, если вы хотите увидеть детальное прохождение Subnautica Below Zero, переходите на канал, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, оценяйте, комментируйте. Уже отснято 14 серий и будет обязательно еще. Мы продолжим искать, исследовать, делать эксперименты. В общем, будет интересно.
Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Переходите на канал, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео.